ЦБ этим утром отозвал лицензии сразу у трех кредитных учреждений. Крупнейший из них – Внешпромбанк. Он входил в топ-40. Трудности у него начались еще в декабре. Тогда была введена временная администрация и объявлен мораторий на выплаты кредиторам. По последним подсчетам, Внешпромбанк должен на 190 миллиардов рублей больше, чем у него есть. Также выявлены масштабные операции, которые указывают на вывод активов. Кроме Внешпромбанка, лицензии сегодня лишились Омский Мирафбанк, а также Петербургский Турбобанк.